это и флаг, значит, любой, кто там. Это ты ему коня купил, конечно. Ну, короче, он пиздюка себе завел. Которому его магазин за пивом гоняет. Даю проверку на присутствие. Надо еще войда и планету сумануть. Все, поехали, трешак по чуть-чуть. Тыкните на портал. Войд, суманул тебя. Как Локи вышел с контроля за сих? Вот мне тоже интересно. Он undead. Тайна раскрыта, да? Вой, дай горн, пожалуйста. Угу. Сейчас только долечу до круга ярти пустоты. Ты не суманули, что ли? Сейчас суману еще раз. Ну, лечу уже. Деньги заплачены. Сколько там, 3 голда? Нажмите кто-нибудь, пожалуйста. Тебя суманили, вот. Не было суман. Может, бой был, не знаю. Ну, я тебя суманул. Ну, теперь я сейчас. Не знаю. Давай горн сразу. Дал. Всё. Бокает. Эх, вот ДКшника нету никакого, да, ДДшника? ДК, кстати, вымерли. Уже паладинов больше, чем ДК. Нормальный класс ДК, я что-то хуй знает еще. Ну. Овер дохуя апнутый, я бы сказал. И то, что нормально. Да. Это изначально там 3-3-5. Героический класс. То есть все остальные обычные классы это героические. Не знаю, Сирус-то не понимает, они вроде бы кастомный сервер, но при этом они все недочеты вот эти с обычного лича тут работать не могут. И тут изменения еще будут, неизвестно, что будет. Может быть, когда-нибудь про товары будет лучше протопала будет. Ну вот Т6 выйдет обязательно. Протопал лучше там все равно, чем Влад. Это хуйня это все. Тупо потому, что даже у него ревность не есть. Тупо из-за этого. Да, блядь. Леха, ты знаешь, что на X3 не получится обузить убийство? Ты можешь одного человека только раз. Так и смысл тогда ПВП-шить, вот ПВП? Нет, ты можешь убивать разных. Ну, да, но он тебя не будет как в победу засчитывать. Кой, бежишь, у этого я уже убивал, пускай. Кое себе, да, по-моему? Ведёшь блокнотик такой на каждый. Блокнотик черный. Тетрадь смерти, да? Мне вот интересно, банально из ренегатов этот сервак будет тупо ПВП-шный. Что там, все хуманы что ли будут? Из... А
Там не важно, за какую ты фракцию, если ты ренегат. Не, там все хуманы, наверное, да? Две трини, типа, вся. Там... Хуманов тут только стан снимает трини. И там мало будет альянса, орды, блядь, все будут ренегатами чувствовать. Не, хуманы все равно топовая раз. Как и нежить, наверное, будет с двумя трини. По моему мнению, зачем быть за альянс, если можно стать тренератом? Не, именно какую-то расу надо что-то. Какой бонус будет за ваш тренерат? Можешь все хуярить. В открытом мире у тебя повышается, если ты лидируешь по ренегату. Они где-то им локацию сделают, интересно, какую-то отдельную? Там, в пиратской бухте и в Борей. Причем цепочки квестов на получение ренегата разные. Смотря какая тебе попадется. Типа, если они сделают, что ренегаты будут против ренегатов, то это глупо. Надо им как единую фракцию. И то, что можно будет в гильдии находиться на альянсе, да, а быть ренегатом, это... Ну ладно, один раз Кирс отфармил, типа день прожит не зря. Линейку есть тоже кастомный сервер наподобие такого. По полностью переделано. Типа ты когда переходишь... Тоже там есть пираты, там типа скиллы меняются все, типа и проф. Они столько так не сделают. РТ сегодня будет до 10, пока не убьем, правильно? Зачем до 10, если можно с первого пула убить? Мы по сменам будем ебашить. Не, ну понятно, ну то, что пока не убьем, правильно? А так край 10. Хз, не знаю. Ну там, если что, на час отлучиться можно будет. Я говорю, посмотрим, типа, не знаю, может не до 10. Может быстрее убьем. Это типа тернистая долина, такое себе убер. Все зависит от понимания, кому что надо сделать, и стараний, блять, законтролить моб. Кто как будет стараться, так и... Так. Метки поставлю. Ой, эмоции, это прям жизненно. Поиграл бы в игру, если там не Mail.ru. Не в децелях. То же самое с Лустар. Что? Ты в ДЦ, ты видишь в ДЦ другого. Mail.ru та еще помойка. Они все три полай проекты за роли. Ну, напоминаю, 100 усилков хп, 100%. Седьмая и восьмая группа — это запас? Пока что. Дайте пару долларов. Локи, демон. Локи, спекнешься в демон. А что-то пускай резец заходит. Да подожди, я еще не фусовал нихуя. А, ладно. Да, или я объясню, где кто как на этот типа будет стоять. Скиллов, танков. Так, блядь, ты сначала коват. Расформируй. Ковата с домом, мне коват нужен, пиздец. Сейчас, я ему написал, но он не в сети. Он говорил, что должен быть.
Маги, дайте порт. Этот. Так, дальше, короче, по хилам. По хилам. Получается, два Холи Пала, два Рестор Друида, Рестор Шаман и Элбрил. Чё делаем дальше? Это. В ромбике у нас стоит Денчик. Стоит Денчик. Плюс стоит пока тут и Мосса. Прости, Розария и Элбрил, вы на рейде. Так, объясню почему. Смотрите, здесь в ромбике друиды, вы можете забивать там усилки по хп побольше немного, чтобы переживать всю эту хуетень. То есть вот эти хилы, которые в ромбике, вы можете, блядь, забиться немножко на выживаемость. Вам надо здесь, блядь, выживать. У вас должен быть сопрот, блядь. Усилков там хп нормально. Еще да? Раз, кого ты хочешь поставить? Два рестор друида и Холи Пал. При этом один рестор друид диспелит. Смотрите, пока тут эмоция, что касается вас. Есть такой маленький нюанс, как вот эту хуйню надо диспелить. Диспелит пока тут, видите, что Мосса видишь, что пока тут-то прошибает, не мог, ну, типа, хуёво прохилить. А ты на фулл хп диспелишь на себя. Прохиливаете пока тут обратно на себя забирает. И так чередуете. Давай они лучше разойдется, два Холи Пала и между ними, типа, ру. То тут три хила на двух танков, это жирно. Тут будет то же самое, только три хила на трех танков. Блять, не прохилят, я тебе отвечаю. А чё не прохилят, типа, у каждого Холи Пала будет, ну, типа, один танк. И один общий. Ну, давайте. Им слишком жирно, потому что они станут сюда, и нам одного хила ещё нужно, там... Ну что так, холипал хилит два танка, что так, холипал хилит два танка? Так у тебя два холипала трех танков хилят. Ну а так они по два, а так и они четыре танка хилят. Да, но только у тебя тут будет три хила, вот на двух танков. А так у тебя три хила на трех танков. Ладно, окей, давай так сделаем. Поднимайся сюда, Розарио. Так, короче, сейчас вибл, да? Так, получается, Денчик, стоишь в ромбике. Тогда, Мосса, стоишь здесь. Между двумя этими холипалами, вот на этой платформе. Холипалы вы будете должны еще и Моссу прохиливать, не забывайте. Диспелишь Денчика, диспелишь Розарию. Розария. Позиционка, это крестик примерно. Стоишь здесь, хилишь. Приоритет печенька, подхиливаешь квадрат. Если у вас мобы на этой стороне получаются, если у вас тут мобы есть, анонсите. То есть два моба должно взрываться, по два. Не больше. Дальше на рейде, тогда у нас что получается? Пока тут, плюс Ростя, плюс Элбрил. Но вам надо будет хилить рейд и одного танка, в принципе, второго квадрат смогут прохиливать. То есть, грубо говоря, когда вы сместитесь сюда, у вас уже тут будет 4 хила в квадрате. Этот, когда будет, ну, типа, когда будет большой взрыв, там, по 4 моба, то холипалы нажимайте баббл. Помойся, если что, СС перед второй фазой. Чтобы если что он стал и смог, даже если Холи Пал какой-то отъехал, быстро бэрнуть Холи Пала. Танки, я думаю, не сдохнут. Дальше. По рейду. Че вы там все нанизу стоите? Наверх поднимитесь. По рейду. Сейчас метки сниму. Весь рейд забегает там, где трусы. Там, где трусы. Ой, дальше. Становитесь звездочку, туннелите. 5 мобов появилось, взорвали. Перебежали сюда в данном, ну, в моем направлении.
перебежали. Появляется 10 мобов. Ну, типа здесь. Кстати, вот, вы перебежали, получается. Кстати, давайте сделаем по-другому. Слышь, а что я думал? Я думал, что вот сюда, наверное, потому что первая лужа здесь разольется. Потом мы перебежали, и вторая здесь. Они идут сюда. А мы в этот момент там остается кропаль ХП, мы добиваем, потом они разворачиваются. Я предлагаю стопнуть их, пустить. Да не надо всех пускать, зачем? Чтобы они потом не шли туда. Да мы время теряем. Ну и что, зато это более сейвово. Да хуя времени теряем. Короче, становитесь сначала в звездочку. Становитесь звездочку. Потом смещаетесь в печеньку. Звездочки. Ну, то есть, смотрите, первая лужа взлетела в звездочку. Появилось 5 мобов. Вы перебежали в печеньку. Ну, типа лужи полетели, перебежали в печеньку. Потом обратно. Смещаете звездочку, дальше бьете. Потом переместились в печеньку. Потом еще правее переместились. Получится, что эти, ну, типа 10 мобов, 10 мобов будут ближе ко второй платформе. То есть быстрее взорвем, будет легче. Я на себе метку повешу, положу. Дальше этот. Перебежали сюда на платформу, стали подальше, типа бьете. Потом еще один раз перебежали, стали поближе, бьете. Первых 5 мобов ближе. Сливаем там по 2, по 3 максимум, блядь. Дальних контролем, то есть даем там новый и тому подобное. Слили этих 10 мобов, появится еще 10 мобов. На этих 10 мобах квадрат должен убиваться. Эти 10 мобов пойдут, блять, в этот. Туда, блять, в следующую. Не, они по воздуху полетят. Я понимаю, что по воздуху полетят, но, блять, все равно, типа там. Ну, поэтому. Ты смотри, пускай. Какое расстояние. Если мы там. Вот эти 10 мобов появились, грубо говоря, вот здесь. Вот здесь. Там новую дали, лужу лему положили. И пока они туда доберутся, у нас будет вариант снести полностью вторую. Но они тогда прям тут их держать должны. То есть тут должна остаться, типа, ну, фростмаг, например, чтобы он тут стоял и держал их. Килл останется после второй платформы, поддержишь мобов. Килл там, тоже. Там вон этот, Розария достанет его хилить. Маг, только надо, да, чтобы меня хилл доставал. Нет, с мобами да, надо по-любому одного мага. Вот это 100%. Вот, останешься вот здесь примерно. Короче, поддержишь моба. Ну, мобов, да? Кирс, станешь вот сюда, ну, то есть кинешь лужу тоже. Замедлялись. Этот, станешь сюда, будешь бить. Потом еще одну лужу, если что, кинешь, только уже здесь в полете. Не даже в полете. Либо я могу их попробовать откинуть вот, типа, вот потом... сюда. Смотрите, когда они будут подходить вот сюда, к этому, типа, смотрите, что делаем дальше. Ну, у нас тут 10 мобов появится, окей, типа, с ними там особо проблем нету. Кстати, когда перебежим вот сюда, на эту платформу, Ена, давай перебежим сначала вот сюда, вот в эту позиционку, вот, потом, на первых лужах, да, а потом перебежим на вторых лужах подальше. Вот, понимаешь, может быть такой момент, то, что мы физически не успеем добежать до коста, и у нас одни перья где-то будут примерно вот здесь. Ну, давай вот здесь перья положим. Ну, то есть, и тогда говоря, нам ну, нельзя далеко убегать, потому что потом выйдут трёши, не успеют тупо добежать и дать вовремя контроль, возможно. Смотри, мы вот сюда, получается, положим мобов тогда, и давай тогда остановиться. Ну, вот и сюда. Вот сюда куда-нибудь, да. Вот сюда ставим. А потом просто подходим ближе вот сюда. Да, потом просто ближе подходим, и смотрите, в этот момент уже он практически будет на пол хп сноситься, даже больше. То есть 5 мобов мы можем там слить по чуть-чуть. 5 мобов вот этих, которые будут подальше, которые именно подальше будут. Там, короче, этот гена развернешься, их просто откинешь туда, тут же будет стоять Женек, допустим, или Кирс. Вы этот, тандером просто их тоже. Вы видите, что вот, допустим, подходят к этому, к мелкому, да? Вы подбежали в мелкого, откинули, потом, ну, типа, отбежали обратно, дальше бьете. Еще видите, что подходят? Тотем на корни поставили, и все. Дальше добиваем этого, бежим последнего бить. У нас все мобы где-то здесь. То есть тут анкил еще их контролит,
лужи шамановские, пока они дойдут до этого, потом постоят еще здесь, у нас будет время, чтобы бить тут, последний. Тут будем зергать и Геру, я думаю, оставить на 3-го, 4-го, чтобы их зергать. Да хуй его знает на самом деле, не знаю насчет этого. Они 100% будут накапливаться. Смотрим. Так, короче, тогда что делаем? Запускаю... Какова-то нету, запущу резистом. Мы с Монаротом, я думаю, танчим и с Войдом. Да, Войд? Ты 4-го будешь держать. Ну, я надеюсь. Абраска спекнется в Протика. В Протопала и на второй фазе подстрахует. Сейчас спекается, да? Да, спекайся в Протопала. Пусть тогда на втором стоит. Меня сумните, я подчинился вдали. Он и будет на втором стоять. А Серега в ДЦ, да? Да. Но опять же, подумай насчет того, чтобы... Значит, смотрите, Монород будет стоять на... Ну, как вчера стоял. Я буду вместо Ковата стоять на последней платформе. Дальше... На первом должен ДК. На первом Войд будет стоять вот здесь, в Луне. В Раска перебежишь, станешь квадрат и будешь квадрат станешь. Окей. Подумай насчет того, чтобы на первом холодить и полностью их бахать, перебегать уже на вторую платформу свободными. Да, мне кажется, что мы не успеем до каста всех бахать. Суманите, япончик. Мне кажется, под такой тактики тут у каждого должно быть по 20 плюс тысяч ДПС. А что, не так, что ли? Это Энжи, выстави руты на 15 секунд. Не, ну все равно первый пока пристрелочный. На 20 секунд, на 27 секунд слишком долгий контроль. ДПС сейчас будет намного больше. Ну, крайней мере, чем вчера было. Что рыба не хавается? Да, какую-то херню поставил. Нормально, я похож. Я не могу. Я релогаюсь. Энжи Лемов. Ты первый раз или нет? Я тоже релогнусь. А что ты не сказал? Пацаны, нормальная рыба. Да, вроде. Первая фаза. Там... Сейчас просто будем их кормить, а босс. Короче, бегай со мной. Поймешь. Дай мне ассистом. Сейчас. Там, короче, будут появляться лемы, да, 10 лемов. Этих 10 лемов, чтобы от них избавиться, их нужно вскармливать в босса по 2, ну, по 2. Да, остальных в это время ты контролишь. А, ему уходить уже надо. Еще время рты не закончилось вроде. Ну, типа, тут 5 минут уже. Ну, зайдет кого? Жена зайдет. Типа, давай сразу, чтобы пока я тут рассказываю. Короче, мягко заходи. Проще просто. Да, 4, 3 фаста. Поставьте шкаф. И это все друиды, которые... Просто сложим по боссу, только анкил троллит. Корнюете. На первой, по крайней мере, на первой фазе выставите руты там секунд на 12-15. Ставьте шкаф. Стоп, не надо. Не надо мяку. Пускай Нелик заходит. Ну, резист еще сможет. Пускай Нелик заходит. Будет проще. Дай систем. Пожалуйста, суманите. Да. Все. Так-с, даю проверку. Да шкаф надо. Почему у меня премиум, блядь? Сантей, что от книжку?
старайтесь, когда на первой фазе, когда перебегаете, блядь, слишком далеко не убегайте, стойте ближе к луже. Двигайтесь по меткам. Мосс, а ты можешь с миликами бегать? Может. Чтобы курсой доставать до всех. А кто первый танчит? Первый я. Можешь там шипы раскидать по пати? А тут четвертая пати. Анкил, кинь на Тирсу тогда. Окей. Раскидал. Влад здесь? Ну да, Мосса. Лед на броню смеет. Резист на меня, а анкил на Кирс. Ауру от огня парадом, дайте. Да. Нелик мы готов. Первую фазу делаем так же, как и раньше. Вводим, да. Да. На большой круг РДД часть пуститесь. Женек, у нас ДК с когтями. Нахуй милиша. Желательно этот. Желательно тех, кто этот меньше ДПС дает на дальний. Плюс по хилам ближняя. Кто на докурсе, монород? Нет, Мосса. Зачем у нас 4 хилов, 6 хилов? Может пока тут тогда? Кай Мосс. Ну, хорошо, Мосса, докурсе. Поехали. Три. Сапрут. Да? Сапрут. Сапруты. Я первый танчу. Кто, блядь, первый танчу? Потом монород. Хотя не, пускай монород первый набирает. Потом я. Потом. Или пульну, короче, я монород заберу. Он без агро. Окей. Я пульну, ты потом заберу. Все, три, два, один, поехали. Геру когда решили давать? Второй. Каст. Перебежали. Вот минус. Да. Чё там, блядь, перебежать? Рисую. У него стать есть, зачем? Он прям в лужу встанет. Сводите хп его. Баф, дайте. Класс. Все, коста заберешь, народ, прибежали. Народ, ты сильно. Войт, если что, мы народ страховать будем. Где притяжка быть, Войт? Все, и слака. Вчера ДК. Близзард отпустите. Ты что там не надо? Да ты с корнях тянешь. Ходи. Ты не видишь 4 моба? Народ. Ложимся. Завис сервак или что? Ничего не зависит. Ты что притяжку в корне даешь? Вчера ДКшка, блядь, отыгрывал, заебись. Что тебе мешает так сделать? Говорю, зависла. Ну народ не отводит, блять. Вы чё? Первый раз на боссе. 4 моба идет, он не отводит даже. Ну так отвел бы. И что? По 2-3 моба взрывается, не 4.